умерла советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Артистке был 81 год. Артистка скончалась в реанимации больницы, не приходя в сознание. Утром 30 июля актриса почувствовала недомогание. После ухудшения состояния ей пришлось отправиться в медучреждение. Тогда медики диагностировали у Мирошниченко тяжелую форму гриппа. 1 августа появилась информация о введении Мирошниченко в медикаментозную кому. Врачи оценивали состояние артистки как крайне тяжелое. По данным СМИ, специалисты обнаружили у актрисы доброкачественную опухоль головного мозга, аденому гипофиза. Позднее журналисты сообщили, что у Мирошниченко остановилось сердце, но медики смогли его запустить. Предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко – полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление критически снижается. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита, воспаления внутренней оболочки сердца. Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла, область головного мозга –